Всем привет! Сегодня у нас новые акции от и новые акции, в скобочках, лоха, ну, вы поняли. В общем, смотрите, какая вещь получается. Уже сходу хочу вам показать чат, который просто переполнен созданиями кристаллов души 11 уровня. Я не знаю, что это за фигня, люди там уже негодуют, типа, почему так много, в общем-то, скрафтилось 11 кристаллов. Но давайте обо всем по порядку. Сначала посмотрим акции, что у нас добавилось. Добавился сундук. Извините, подзарядки случайного создания. Боже, это читать очень тяжело. Потом набор печати. Потом сундук с трофеями Годдарда. Свиток модификации Серьгу Долины и так далее. Самая интересная вещь, которая появилась на постоянной основе, это печать Герана. Но стоимость у нее 100 эль монет. То есть за свои 12 тысяч я куплю 120 печати Герана. Я считаю, ну это не очень выгодно, как минимум. Потому что в сундуке с трофеями Годдарда вы можете выбить от 1 до 100 штук этих самых печатей. И есть небольшой шанс получить какие-то другие вещи. Смотрите, еще один получили с души 11 уровня, кристалл души запечатанный. Так вот, давайте посмотрим, собственно, что за эти печати Герана. То есть у нас печати Герана, у нас сундук с трофеями Годдарда, ежедневный набор печати называется за 2000, который я тоже куплю. Сундук подзарядка случайного создания, где у вас за 500 или монет целых будет всего лишь один камень подзарядки и от 2 до 100 ресурсов высшего качества. Но мне кажется, это, ну, типа... такое себе, потому что за 500 или монет вы только один прокрут получите, ну и какие-то там ресурсы. Но я его все равно возьму, посмотрим, что будет, что нам упадет с этого. Из-за печати Герана можно выбить вот все эти штуки. Наверное, самый дешевый, как обычно, лохотрон за 20 печати Герана. Здесь 3 эпика, Мелисса и 6 печати Герана, которые скорее всего... Вот это вот как бы 100%, это 20%, это 0,001%, как обычно. Редкая книга 0,001%, потом... таблички для одного скилла, либо 28, но это стоит уже 145 печати Герана, там цены дальше уже просто бешеные, 124 печати Герана, 124, 82, вот это, кстати, открывают все сейчас, потому что либо у вас выпадет запечатанный кристалл души 11 уровня, либо самоцвет ранга, но его нельзя продать в магазин, а значит его можно запихать в рандомкрафт и сделать еще кучу прокрутов. У меня вряд ли будет попыточка 82 печати, чтобы сделать, ну, затратить вот этот вот разок. Но я буду вот это открывать, там, наверное, два раза мне хватит. Кольцо Королевы Муравьев 70, Серьга Орфина 70, то есть, ну и так дальше все. Кора самая дешевая, наверное, 44, но, опять же, вот вы получите, скорее всего, вот это, потому что здесь шанс получить кору такой же, как и здесь получить что-то. Серьга Закина 103 и Кольцо Баюма 169. Но хорошая новость, теперь это на постоянной основе. Видите, что у нее период продажи просто бесконечный стоит. Вы можете покупать бесконечное количество в день. Здесь же набор печати, вы можете покупать 2 в день. И один я, скорее всего, сейчас прям возьму. Сундук по зарядке случайного создания я тоже возьму сейчас. И на все остальное мы купим с вами вот этих вот замечательных сундуков с трофеями Годдарда. Предыдущая акция, если вы помните, предыдущие акции у нас были сундуки мечты, и, ну, там, честно говоря, с 1500 сундуков мечты я выбил где-то АК. То есть я не знаю, насколько это шикарно или насколько это не шикарно, но, сами понимаете, многие, кстати говоря, многие очень выбили вообще ничего. Давайте посмотрим сундук вот с этими штуками. Итак, у нас ресурс высшего качества в количестве 2 штуки, камень подзарядки случайного создания 1. То есть, ну, вот, пожалуйста, 500 там эль монет ушло на то, чтобы получить вот эти вот высшего качества, которые, да, не способны вам дать еще один там прокрут, если вы их соберете штук 15-20. Но, камон, это смешное количество за такую большую цену. Поэтому давайте сразу это скипнем, сбросим. Сейчас я сделаю случайное создание 2 раза. Один раз вот такой вот кал, второй раз, ну, второй раз можно попробовать крутануть. И у нас щит. Щит, это то, о чем я мечтал. Щит, спасибо большое. Буду с гордостью носить его. Еще один у нас кристалл души 11 уровня, смотрите. Давайте делаем сброс. И откроем сейчас вот этот ежедневный пак. 20 печати Герана, кстати говоря. Я не знал, что там 20 печати Герана лежит, это круто. Это, кстати, дешево. 20 печати Герана сами по себе отдельно стоят. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Еще раз. 20 штук будет стоить вам 2000. Ну, в общем, понятно. Но кроме этого вы получаете еще другие расходники. Например, камень продления времени в садах, который стоит 1,5 миллиона. За 300 тысяч камень. И свиточки, и штормы. Штормы — это то, о чем многие, наверное, мечтали. Ну что ж, здесь у нас что дальше? Давайте посмотрим.
У нас есть еще, их можно купить 2 штуки в день. Ну и последнее, что я хотел подкрасть, сундук с трофеями Годдарда. Сами понимаете, сейчас дропну, ни на что не претендуем и не рассчитываем. Потому что 50 это ничтожное количество, с которого не упадет ничего, скорее всего. Но вот падает Сайха, вот чему я рад. Так, извините. Властитель и талисман, вау, вот этого я не видел. Ну, властители это круто. Властители можно поточить, и сразу сережки падают. Это что, прям цельная сережка? Я помню, раньше упаковки падали. Ну, слушайте, какие-никакие властители есть. Вау, у нас есть еще и браслетик 3-го уровня, который мы синтезнем сейчас в 4-й уровень. В 4-й уровень синтезнули. Ничего себе. Вот это халява. Просто халява на рандомичек. Я ничего не успел подумать, а здесь уже полетел 4-го уровня. Ой, ну это я не то открыл. Так, еще погнали. Ну, слушайте, честно говоря, за 50 у нас еще и колечко есть, которое мне не особо-то и нужно, наверное. Но давайте посмотрим Сайхи. 60 банок Сайхи выпало. Это очень хорошо. 84 этих самых печати Герана упало. 9 властителей. Это просто великолепно. Ну, слушайте, честно скажу, я приятно удивлен. Я думал, это будет совсем из разряда говно-говнецкое, но... То, что сейчас у меня выпало, это довольно бодро, я вам скажу, что там еще выпало. Я не все успел разглядеть. Благословение Сайхи, свиток биты выпало. Печать Гиран, так, свиток... Свиток эффектов Сайхи, они вернули его? Вау! Так, стоп, а что я вау какой-то? А, это просто фулл баф мне дали сразу. Ну, понятно, я думал, это другая, я думал, это... Типа, как свиток битвы, только свиток Сайхи, если вы помните, как давно было, а здесь просто фулл баф. Ну да ладно, что у нас еще? У нас еще есть властители, которые мы можем также с вами поточить, мы можем с вами еще покрутить. Ну слушайте, я скажу, что это щедро довольно-таки, потому что, ну вы видели, давайте все властители сначала сломаем. У меня есть один властитель на 3 уже, и если зайдет что-то на 4, я, конечно, буду несказанно рад. Также у меня вот копятся всякие еще приколюшки, как вы видите, в виде талисмана Евы и прочих вещей. Ну давайте властители поточим, в принципе. Блин, ну, честно скажу, я удивлен, как-то бодро и щедро дали нам ивент на Сайху, 80 Сайхи банок я получил с 10 тысяч монет. Если их брать по... Стоп, а если их брать их по 20 монет, то, ну, понятно, что это будет намного выгоднее. С 2000 монет вы получите, получается, около сотки уже, то есть, ну, но все равно, кроме этого, еще какие-то нам властители подкинули, кроме этого нам подкинули... Печати Герана, видели, что мне еще выпал третий талик для агатионов, и третий талик для агатионов почти мне окупил уже, ну, четвертый, который я синтезнул, почти окупил мне, по сути, пол коробки. То есть это, ну, это щедро, это хорошо даже, я бы сказал. Так, у нас 5 властителей только осталось из всех на 1, ну ладно, 6. Но дальше вы сами знаете, какие там шансы прикольные. Чтобы на 3 загнать, нужно будет, конечно, помолиться Элиоту. Дорогой Элиот, если ты существуешь, да, если ты не Иисус Христос, то загони, пожалуйста, на 4 мне один властитель. Блин, ну даже на 2 не хочет, дорогой Элиот, мне закидывать. Значит, его не существует, Элиот не настоящий. Ну ладно, давай посмотрим, на 3 он зайдет, нет, тот же самый. Ну а что делать, с другой стороны, мне нужно на 3 минимум, чтобы как-то трайнуть, поэтому на 2 хранить я не вижу никакого смысла. Так, на 2 есть... На 3 есть. И на 4. Дорогой Элиот, если ты существ... Нет, не существует Элиота никакого. Это все миф. Я так и знал, что это миф. Так, на 2. На 3. И на 4. Да. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Давайте удалим теперь эти заточки. Властители точатся в крайней степени плохо. Сейчас мы с вами Ева еще немножко поточим, которая тоже точится не очень-то и хорошо. Давайте все уже сломаем в этом видео. И один еще будет у нас трай на Адена. Но я считаю, что какой-никакой, это все-таки выгода какая-то была с этого, с открытия. Потому что я уже сказал, блин, ну это реально прикольно. То есть было бы у меня больше бабла, не был бы я таким нищим, я бы, наверное, открывал бы и открывал. Так, у меня уже на 4 Ева, у меня какой на 5 Ева лежит здесь. Так, ну погнали на 5. Что-то Ева первый раз так заточилась и сломалась. Ну вот, вот она Ева, моя любимая Ева. Кстати говоря, я заточил себе с 2 попыток 2 пояса на 5. Представляете, у меня был один пояс на 3, другой пояс у меня был на 0. Соответственно, я открыл эту коробочку и заточил оба на 5. Это было прям шок-контент, жалко, вы этого не видели.
Дальше, что мы делаем дальше? Дальше был где-то еще Адена здесь, его сейчас давайте тоже поточим. Может быть, Адена на 7 зайдет, мне бы очень хотелось. Но я очень рад, да, Агатионам. Вот, серьезно, Агатионы просто мне настроение сделали максимально. У меня теперь есть 4-й там Агатионов, который я очень хотел, и мне уже дальше просто не важно. Даже если зайдет сейчас на 7 Адена, о чем я мечтаю уж давно, давай, Адена, малютка, спасибо, на 6 зашел. Ура, на 6 есть Адена. Заточил. Повезло, на 6, ну, блин, на 7 было бы слишком жирно, да, на 6 он не зайдет, на 7, то есть. Ура, на 6 он есть, и это очень хорошо, мне еще очень не везет с стариками скорости, как видите, они какие-то совсем не точатся. Ну что ж, давайте, в принципе, мы уже все сточили, все, что можно было, и, наверное, перейдем к кульминации видео, где мы с вами сейчас пооткрываем. О, кстати говоря, хватит на этот трай, давайте посмотрим, давайте посчитать. Так, на этот разок хватит, на этот. Давайте так и сделаем. Может быть, не 11 камень упадет, как и всем тут. Многим тут падает 11 камень. Может быть, мне либо 100 ранга, и я просто тогда покручу еще немножко. И... да, я не все. Я, к сожалению, не все. Так, ну что ж, и один трай вот этого вот штуки. Давайте Мелиссу. Мне бы Мелиссу хотелось, потому что все остальное, вы сами понимаете, шанс просто одна сексиллионная процента. И даже нет смысла. Да, Мелиссу, спасибо, вот как я и хотел. Так, у нас есть еще 100 самоцветов, которые нельзя продать, но можно... 8 очков, кстати, они дают, 8 очков. И давайте убедимся, что их нельзя продать, потому что, ну, кто знает, может быть, они продаются, а у нас просто ложная какая-то инфа. Кристалл души 11 уровня — это офигенно, но офигенно то, что очень много людей сейчас их открывают. Это значит что? Это значит как минимум то, что цены на них упадут. Цены на них упадут, и это супер круто, я считаю. Так, давайте сейчас все сделаем красиво, попробуем... Просто попробуем продать, чтобы убедиться, что они не продаются... Видите, их нету, они не продаются. Но есть зато свинячие листики. Так, что я еще хотел сделать? Хотел похвастаться немножко. Давайте посмотрим, чем я хотел похвастаться. Я хотел похвастаться талисманом радости 5 уровня. И одеть его, чтобы у меня было больше процентов для кача. Наконец-то у меня есть 4-й вот этот вот. Дорогой мой талисманчик для агатионов 4-й, который мне очень нужен был. И что еще я хотел? Что еще я хотел? Прокрутить 8 раз. Теперь-то я могу это себе позволить. В принципе, на этом все будет тогда. А, я лоханул. Да, я только что лоханул, потому что нужно было по одной заливать. Нужно было по одной заливать, чтобы получить баночки. Так, ну, здесь купоны бэшного создания. Честно говоря, мне ничего из бэ-брони-то и не нужно. Там бижу получить нельзя. Давайте посмотрим. Бижу нельзя получить, поэтому легкие доспехи, тяжелые, магические оружия. То есть, ну... Сами понимаете, Крым! Крым получает приятность, может, случайное создание, окей. Я думал, с помощью вот этих вот сундуков получает. Так, ну здесь есть цешная пушка, за которой можно поохотиться. Сколько у нас прокрутов осталось? 5, цешную пушку. Ну давайте возьмем уже, вытащим ее. И это у нас банки с ХП. Спасибо большое баночкам с ХП. Здесь кал какой-то у нас. Здесь тоже кал. Здесь... Что это за... У меня есть уже такая... Так, извиняюсь, здесь что-то выскочило у нас. Посмотрите, пожалуйста. У меня уже есть такая вот пушка, двуручная дубинка Адена. Так. И последний раз ничего нету. В общем-то, вот такие вот были у нас открытия сундуков. А в целом я доволен. Получил какие-то положительные эмоции. Получил баночек Сайхи, получил сережку и, соответственно, серьгу, которую можно будет тоже куда-нибудь продать, либо сплавить. И что еще мы получили? В принципе, это все. А, еще получили самое важное. Браслет призыва агитионов 4 уровня. Он мне синтезнулся. Это супер большая удача. На этом все. Спасибо большое, что посмотрели. Всем удачи, хорошего настроения. Открывайте. Я надеюсь, вам повезет. У меня теперь 700 целых баночек. Ну, свитки остальные, всякие там свитки, расходки, это тоже очень круто, я считаю. Это действительно круто. Это пригодится вам на каче. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока.